В зоопарке США показали новорожденного жирафа. Малыш пока ни на шаг не отходит от мамы, подпускают животные к себе лишь одного работника зоопарка. В зоопарке Далласа показали новорожденного жирафа, сообщает КСН. Малыш появился на свет в конце апреля, но еще не отходит от мамы. Пока животные подпускают к себе лишь работника зоопарка. По его словам, малыш весит 60 килограммов при росте 1 метр 75 сантиметров. Ранее в США 7-месячная жирафа сбежала из детского зоопарка в городе Форт Уэйн и несколько часов бегала по парковке. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.